компания «Энерготек» занимается разработками и производством, на мой взгляд, сегодня инновационных кабелезащитных систем для строительной отрасли, которые используются для строительства сетей электропередач. В 2014 году мы увидели возможность дать рынку новый интересный продукт, который отвечал бы современным требованиям не только в России, но и западных стран. Мы увидели возможность создать что-то новое, привнести пользу в этот мир. Можно сказать, что «Энерготек» уже сегодня соответствует принципам устойчивого развития, и это наш существенный вклад в защиту окружающей среды. «Энерготек» с самого начала своего развития стал привлекать для разработок ученых, и мы вставили во главе угла сотрудничество с университетами и с институтами, чтобы разработать продукт, который действительно бы отвечал задачам, стоящим сегодня перед экономикой. Мы очень много вкладываем в научные разработки. Все наши продукты проходят обязательный этап научно-исследовательских работ, затем натурные испытания, и все это занимает, конечно, достаточно длительное время. Без точных расчетов, без привлечения людей, которые могут производить такую работу, это, конечно, реализовать очень трудно сегодня современной компании. И мы видим большую необходимость и, наверное, большую пользу и такой правильный устойчивый тренд, что сегодня бизнес сотрудничает с научным сообществом и привлекает науку для разработки современных продуктов. Помимо этого, мы организовали свой собственный университет. Сегодня я с гордостью могу сказать, что «Энерготек» взял в своей небольшой отрасли, в своей небольшой сфере, взял вот это знамя. И мы много внимания уделяем повышению квалификации специалистов в отрасли, которые задействованы не только при проектировании объектов, а также при эксплуатации этих объектов и при строительно-монтажных работах. Потому что ошибки сегодня возникают везде. И чем больше мы привнесем в каждую из этих сфер, тем надежнее и чем безопаснее, и тем инновационнее будет выглядеть все, что мы вместе делаем, все, что мы производим и все, что мы пытаемся сегодня внедрять в нашу жизнь. Мы очень хотим и очень надеемся, что наш опыт, который мы сегодня получили благодаря работе на российском рынке, что этот опыт нам удастся донести до европейских стран и до стран исламского мира, потому что мы видим сегодня большой интерес именно со стороны этих стран по интересным и важным технологиям, по каким-то инновациям. Мы видим, что проблемы, которые сегодня есть, например, в европейских странах, они очень схожи с нашими проблемами. И мы в своей сфере единственная компания, которой сегодня удалось сделать продукт, разработать технологию, которая решает не только отечественные проблемы, но и европейские проблемы тоже. Это прям какая-то наша гордость, поскольку нам удалось это сделать. Мы имеем патенты, мы имеем порядка, наверное, 15 патентов сегодня уже в России. Сейчас мы проводим работу по патентованию наших технологий и продуктов в европейских странах, в странах исламского мира. И надеемся, что получим хороший положительный отклик и, возможно, найдем интересных партнеров, с которыми можно будет организовать интересные проекты не только в рамках России или не только в рамках Татарстана, где мы, конечно же, присутствуем, у нас есть здесь партнеры и есть спрос на нашу продукцию, но и за рубежом. Это будет для нас большой успех, и мы будем очень рады этому.